В любом событии есть признаки, причины, как зарождалась и скисала зримо. Путь женщины, с чего начать мужчине? Змей полз, соответственно, по скале, стрела шла в цель не мимо. И можно ли то было преградить, от змея отвести, посечь крапивой? Недопеченные отбросить пироги в раю росли без нашего полива. Первоначально, так сказать, зародыш, кургузу и мышлишку отрубить. Не поспешил, грехи ползли, не в продых. Теперь он на вершине, рот кривит. Нет-нет, насилие над личностью другого. Мы не приемлем, мы интеллигенты. Вообразим себя его нагого, к истоку мысленно, к начальному моменту. С чего же революции вкрапления в наш мирный быт все ж было по согласию? Когда отвергли Божье научение, на этом и закончились их ласки. У них уже террор лежал в заначке, наручники горою на дворе. Не матерью нам родина, а много мачех. Царя не нужно, дать иных царей. Перед восходом солнца видится заря, подсветки облака пылают красным. Как вызревает, сеяли не зря, не пропололи, сеяно напрасно. Худых сообществ всех не перечесть, а добрых нравов ничего не станет. Там с молоду оберегают честь, где есть садовник, добрый меж кустами. Обрезывать ненужные побеги, уничтожая насекомых, вредных, чтоб не скрипело смазать ось в телеге, учить потеть в саду, избегнуть бедность. 1 октября 2003 года.